Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни» метеопрогноз «Облачная кухня». Здравствуйте! На телеканале «Магия кухни» прогноз погоды и я его ведущий, выпускник Казахстанской медиа-академии Макжан Кадырбеков. В конце передачи мы узнаем о полезных свойствах белой фасоли. Но сначала давайте узнаем о погоде на субботу 22 сентября. На юго-западе страны в городе Актау ожидается небольшая облачность. Температура воздуха в светлое время суток составит плюс 21-23 градуса. Ночью 8-10 градусов выше нуля. Осадки не ожидаются. В городе Актобе прогнозируется облачность без осадков. Днем воздух прогреется до 15-17 градусов. Ночью температура снизится до 1-3 градуса выше нуля. На границе между Европой и Азией в городе Трау ожидается небольшая облачность. Днем столбики термометров покажут плюс 18-20 градусов. Ночью 5-7 градусов выше нуля. Юго-восточный ветер с порывами до 16 метров в секунду. В городе Байконур ожидаются ливни. Температура воздуха в светлое время суток снизится до плюс 12-14 градусов. Ночью плюс 5-7. Максимальная скорость ветра 15 метров в секунду. В городе Балхаш синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду. Осадки не ожидаются. Светлое время суток плюс 16-18 градусов. Ночью 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Жители и гостей города Шисказган ожидают дожди, возможно гроза. Температура воздуха днем 12-14 градусов, ночью 8-10 градусов выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Караганду также ожидают дожди. В субботу температура воздуха днем составит плюс 9-11 градусов, ночью снижение до 5-7 градусов со знаком плюс. Кокчетау будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха в светлое время суток составит 12-14 градусов выше нуля. Ночью 5-7 градусов со знаком плюс. Относительная влажность воздуха составит 70%. Дожди также придут и в Костанай. Днем столбики термометров покажут 10-12 градусов выше нуля. Ночью ожидается снижение до 8-10 градусов тепла. В прибрежном городе Кызылорда будут идти дожди. Температура воздуха днем плюс 16-18 градусов. Ночью ожидается снижение до 13-15 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 18 метров в секунду. На северо-востоке республики в городе Павлодар в субботний день будет пасмурно. Температура воздуха в светлое время суток поднимется до 16-18 градусов. Ночью ожидается снижение до 10-12 градусов тепла. В Петропавловске прогнозируется переменная облачность, возможен небольшой дождь. Воздух днем прогреется до 12-14 градусов, а в ночное время снизится до 9-11 градусов выше нуля. Ветер южный 11 метров в секунду. Над рекой Иртыш в городе Семей облачно, возможен дождь. Столбики термометров днем покажут 18-20 градусов тепла, ночью снижение до 14-16 градусов выше нуля. В предгорьях Джунгарского Алатау в городе Талдыкурган ожидается пасмурный день и ливень. Температура воздуха днем поднимется до 18-20 градусов, ночью столбики термометров покажут 15-17 градусов выше нуля. Атмосферное давление 711 миллиметров ртутного столба. В Жамбылской области в городе Тараз будут дожди. Температура воздуха днем поднимется до плюс 18-20 градусов, а в ночное время снизится до 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление в пределах нормы 708 мм ртутного столба. В городе Темиртау снова пасмурно. Синоптики прогнозируют дождь. Столбики термометров днем поднимутся до 12-14 градусов, а в темное время суток снизится до 9-11 градусов со знаком плюс. В красивом городе Туркестан ожидается малооблачный день. В светлое время суток воздух прогреется до 20-22 градусов, ночью снизится до 14-16 градусов выше нуля. Ветер юго-западный с порывами со скоростью 14 метров в секунду.
В городе Уральск будет пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем 13-15 градусов со знаком плюс. Ночью 11-13 тепла. Атмосферное давление 756 мм ртутного столба. В Усть-Каменогорске синоптики прогнозируют небольшую облачность. Днем воздух прогреется до 18-20 градусов, а ночью снизится до 14-16 градусов со знаком плюс. Слабый юго-восточный ветер 4 метра в секунду. На юге Казахстана в городе Шымкент будет ясно и солнечно. Днем столбики термометров поднимутся до 21-23 градусов. В темное время суток 14-16 градусов со знаком плюс. Ветер юго-западный, возможны порывы до 15 метров в секунду. В Атибастузе небольшая облачность, возможно небольшой дождь. Днем плюс 17-19 градусов, ночью синоптики прогнозируют 11-13 градусов тепла. Жители и гостей города Алматы ожидают небольшой дождь. Температура воздуха плюс 17-19 градусов днем, ночью снижение до 14-16 градусов выше нуля. Атмосферное давление 695 мм ртутного столба. В столице нашей страны Астане пасмурно, с вероятностью небольшого дождя. Днем столбики термометров покажут плюс 7, плюс 9. Ночью 5-7 градусов выше нуля. Относительная влажность 88%, атмосферное давление в пределах нормы 736 мм ртутного столба. В любую погоду заботьтесь о себе и своих близких. Старайтесь разнообразить свой рацион полезными продуктами. Рекомендую обратить свое внимание на белую фасоль. В ее составе содержатся белки, жиры, клетчатка, углеводы и лектин. Также там содержится очень много минералов, таких как железо, калий, магний, фтор, медь, а также цинк, фосфор и кальций. Из витаминов там содержится очень много витамина С. Следом идут такие витамины группы В, Е и ПП. Этот вид бобовых относится к диетическим продуктам, которые содержат лечебные и профилактические свойства. Он отлично рекомендуется всем тем, кто страдает от болезней сердца и сосудов, а также укрепляет костную систему, зубы и предотвращает остеохондроз. Прогноз погоды провел для вас я, выпускник Казахстанской медиа-академии Макжан Кадырбеков. Будьте здоровы и до свидания. Казахстанская медиа-академия. Это учеба для талантливых, симпатичных и харизматичных. Казахстанская медиа-академия – это уроки по технике речи, искусству интервью, ораторскому и актерскому мастерству. Это работа над голосом и стилем, постановка перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами. Это настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Казахстанская медиа-академия. Стань медийной личностью. Жарко или холодно, солнечно или пасмурно, дождь, снег или град. Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни» метеопрогноз «Облачная кухня».